на сегодняшнюю ночь ритуалом, который решает, что они будут делать дальше. Какие? Никакие. Собрала разброс. Собрала разбросанное обратно в коробку. Блэк разобрался с паспортами. Макс. Я, собственно, хочу начать телегу толкать о том, что тут вообще банч паспортов на всех нас, в том числе и на меня. У меня такое ощущение, то, что он готовился к какому-то тайному пиздецу и думал свалить, причем даже прихватить меня какого-то хрена. Каждый в его возрасте имеет план на случай пиздеца. Мы уже один раз быстро переехали. Я не думаю, что это о чем-то говорит, честно говоря. Мне скорее говорит больше то, что он даже на меня завел паспорт, я так. Ты наш хороший друг, Блэк. Мы бы не уехали без тебя. Мне нравится думать, что это так и для вашего сира. И, честно говоря, единственное доказательство этому — это, собственно, паспорт. Ты уж меня извини. Я не был установлен вчера. И мне кажется, то, что, знаешь, под твоим проклятием он ничего сделать не сможет. По нему ползают твои змеи. Я съела одну же. Что? Их там было много, да? You're not making sense. Да, их было много. Но я думаю, то, что это не сильно повлияет. Поэтому, в принципе, мы можем его попытаться разбудить. Он вряд ли что-то нам сможет сделать. И, возможно, нам придется объяснить всю эту ситуацию ему. Потому что, честно говоря, торпорные ансилы у нас на хвосте. Физически он, может быть, ничего не сможет нам сделать, но ты недооцениваешь его мощь. Он просто превратит одного из нас в своего раба и попросит его убить остальных двух. Или превратить в рабов всех троих, и мы отправимся под солнце с ним клином. Это немножко опаснее, чем просто махание кулаками. Хорошо, чтобы ему сделать это с вами, ему что? Нужно говорить, смотреть на вас. Говорить. Ты никогда не слышал про присутствие? Да, я скорее всего слышу. Это было скорее полументорским тоном сказано. Я просто не знаю, может это присутствие или не присутствие. Конечно, слышал. Так в таком случае, почему бы, не знаю, нам не обездвижить его, как ты сказал, и заткнуть ему рот кляпом. Я отказываюсь в этом участке. Нет, постой, ты только что предлагал дождаться его, а сейчас ты уже съезжаешь с этой темы. Что изменилось? Я скажу правду. После того, что здесь произошло, я уже не уверен, как он на это все отреагирует. Плюс, если на нем все, что я предлагал, это убедить его посидеть в круге и не двигаться, что мне казалось реальной задачей. Что мы будем делать с ним сейчас, я не знаю, потому что... Я не знаю, но мы его разбудим. Что он нам скажет? Может быть, кстати, реальная задача. Я не думаю, что он понимает, что с ним происходит. Мне почему-то всегда была боязнь то, что ваш сир какой-то ортодокс. Но судя по тому, что он практикует что-то новое, может быть, он и согласился бы. Ну, что сделано, то сделано. Давайте... Ну что, ты предлагаешь его оставить здесь? Кто-нибудь может съездить за моей машиной, пожалуйста? Я отвезу его к себе. Мы можем сесть, как я понимаю, в машину Фарука. Да, это то, что мы сделаем. Я не думаю, что нам стоит разделяться, особенно я сейчас. Я не считаю, что нам нужно делать что-то еще, кроме того, как попытаться довести это до конца, потому что... Я склонен согласиться с тобой, Эпифани, но я не очень знаю, что делать. Что с ним может быть не так? Если это не магия, то я теряюсь. Это может быть магия, но это может быть его собственная магия. Я также понимаю то, что... Хотя, в смысле, я вот видел то, что на нем реально никакого магического воздействия нет, да? Правильно понимаю? Да, но ты понимаешь, что...
что щелкунчик не видит воздействия немагического характера. Дисциплина. На нем сейчас по-прежнему может быть дисциплина. Дисциплина или эффекты других естественных существ, которые, возможно, не имеют к сородичам отношения. Подожди, то есть твой ритуал видит только он магию? Он видит только магию. Если с ним что-то не так, то это дисциплина. Нет, мы ничего не узнали. Мы узнали достаточно много. Нет, мы узнали ничего, потому что если это не магия, то это 1000 плюс других вариантов. На один меньше. Отрицательный результат тоже результат. Good point. Нет, я не склонен к пессимизму. Я просто, если это дисциплина, что мы можем с этим сделать? Как мы можем узнать, что это и так далее? За такими вопросами обращаются к своему сиру. Да, именно. Если мы меня напрягает то, что он занимался таматургией. Если честно, эти секреты просто так не достаются. Их кто-то дает. Я могу оценить, ну, насколько он давно, то есть какие поползновения. Это год или сколько он занимается этим? Ну, меньше года следам, не мог такой. Он занимался этим недавно. Где-то здесь, работа. В городе, есть тот, кто владеет кровавой магией. То есть рабочая теория, что он заключил с кем-то... Или украл у кого-то секреты, или кто-то его чему-то учил, потом от него решили, возможно, избавиться. Я же могу понять то, что украсть секреты магии — это такое. Или это реально? Ну, третий оккульт такие. Ты можешь задать вопрос вслух, потому что у Макса есть на этот. Да, я, в принципе, как бы... задаю вопрос, как бы, но я скепсис выражаю о том, что как бы украсть секреты магии это то, чем наш клан профессионально занимается, насколько я, по крайней мере, это понимаю. Хорошо. Это сложно, это занимает время, но это реально. У нас, насколько мне говорил Фарух, у нас всегда были отношения с другими кланами испорченные во многом из-за этого. Это то, что Тримера делает, то, что мы делаем. Мы крадем друг у друга секреты, мы пытаемся разгадать пазл. Да. Но... Не делайте ничего своего. Хорошо. Не знаю, какие-то подвязки, с кем он общался. Если мы найдем кого-то, у кого он украл, например, мы, может быть, поймем. Возможно, это месть. Возможно, он... Он пал жертвой реально мести за вполне ощутимую вещь. Он готовился убежать. Возможно, он есть... понимал то, что... У меня есть предположение, Блэк, что... Ты говорил, что у тебя украли что-то на вечеринке. И кто бы это ни сделал, он должен был понимать, что ты делаешь. Он должен чувствовать, что это не просто... Хорошо. Ивент. Получается, единственная зацепка — это ожерелье. Я не знаю, я не детектив, я не Коломбо, я понятия не... Купила в антикварном магазине. Ну, хорошо. И в каком? В том же, где мой сир покупает себе всякие принадлежности в ритуалах. У цыгана. Я знаю, вы знаете больше, чем я. Почему бы нам не съездить тому цыгану, не узнать, много ли он знает про эту штуку? Возможно, стоит... Еще раз напомните мне, как вы связали эту штуку и то, что произошло с моим сиром? Мы ищем того, кто способен колдовать в городе, кроме нас. Раз. Нет, если ты думаешь про Виджина... Я не думаю про Виджина, мне насрать на Виджина. И я считаю, что ожерелье вообще никуда не приведет, он его даже никогда не видел. Я подарила ему запонки, он их куда-то потерял или куда-то дел. Я не знаю. У меня кто-то украл это ожерелье, Фань.
кто-то, кто, скорее всего, понимал, что я делаю. Хорошо, а при чем здесь то, что произошло с Фаруком? Потому что из миллиона вариантов у нас остается только тот, кто владел таматургией. Единственная зацепка. У кого он, допустим, мог украсть свои секреты. Или, например, выменить. Или научиться. Не знаю. Или научиться, да. Это единственный, кто может... В этот момент у Макса звонит телефон. Кто это? Лафер. Время 9. Начало 10. Мне звонит Жан Лафет. Не бери. Я пойду наверх пообщаюсь. Почему нет? Ну зачем? В смысле зачем? Узнать, что происходит. Я скоро вернусь. Я поднимаюсь наверх и беру трубку. Макс? Жан? Ты хотел встретиться? Планы изменились. Я не думаю, что я могу встретиться. Что в городе происходит? Ну, собственно, подожди, ты мне нужен. Я был очень рад, понимаю, что Жан, что я тебе нужен, но у меня много проблем сейчас. Я не свободен. Слушай, насколько это капитальная проблема? Полный бардак. Вот. Гарри не контролирует ситуацию. И, собственно, есть необходимость с этим что-то сделать. Я тебя слышу. Кто на нашей стороне? Кому можно доверять? Все те же. Дин более-менее пришел в себя. Что произошло между Дином и Джадой? Ну, у нас же средневековая монархия в полный рост. Нельзя выезжать из города. Дин собирался разведать обстановку. Там в мире смертных какой-то бардак творится. Большую часть полицейских из Сан-Рафаэля выслали на восток. Там какие-то разборки. Ну, а Джада, это Джада, она уперлась в бомбу. Не стала ничего слушать. Но с ним уже все в порядке. Он собирался собрать для нас информацию, так как с мыслящими здраво сородичами наша действующая власть договориться не в состоянии, она действует так, как действует. Хорошо, я понимаю. Держи меня в курсе, но сейчас я помочь тебе не могу, извини. Ну, подожди, хорошо, ты закончишь со своими делами до полуночи? Жан, ты... Не понимаешь, у меня проблема не простого характера. Это проблема серьезная. И я не знаю, сколько у меня займет времени ее решить. Понятия не имею. Это не дела, это проблема. Я понял. Вообще не вопрос, это твоя проблема или это ваша проблема? Это моя проблема. Давай. Ну, давай я и кто тебе нужен, мы поможем тебе решить. Кименусу можно позвонить, он тоже на нашей стороне. Что нужно сделать? Хорошо, ты, Жан, ты мне спасибо. Я свяжусь с тобой позже, если... Я буду держать... Я буду знать, что на тебя можно рассчитывать. Спасибо огромное. Макс, еще раз. Сегодня в полночь мы собираемся, сейчас мы идем разговаривать с Гай. Я очень надеюсь, что ты решишь свои проблемы. Или скажешь, как тебе можно помочь, но я вообще на тебя рассчитывал. Я понимаю. Скажи мне еще одну вещь. Какую Мэхпи позицию занимает? Лебеди, они после вашей тусовки вообще не выходят толком из своего университета. Я думаю, что им похер вообще на то, что происходит, пока это не коснется лично их не мертвых задниц. Не приходит ли тебе в голову, что они, возможно, прячутся от чего-то или ждут чего-то? Да хрен их знает. Главное, чтобы не лезли и не становились горой за этого старого придурка. Хорошо, Жан. Я свяжусь с тобой, как только горизонт будет чистым. Хорошо? Я на тебя рассчитываю. Я спускаюсь. Он вешает.
Я говорю Блэклайту, что мне написывает мой знакомый, говорит, что Ника потеряли, и что в городе какая-то стрельба. Ну, с Ником мы сейчас ничего не сможем сделать. Тебе не звонил другой твой знакомый? Нет. В общем-то, в городе, скорее всего, сменится власть. Когда-то плевать. Это ставит нас в определенную позицию, потому что все знают, чей я друг. Да, и если что, это может. Нам нужно быть осторожнее, это может поставить нас под удар. Короче, вот что я хочу сказать. Мы уже поставлены под удар достаточно. Хорошо, что мы делаем? Я не собираюсь, я не знаю, как вы, если у вас есть какие-то идеи, но я не собираюсь отступать от того, что я решила после пробуждения. Я хочу помочь Сиру. Я считаю, что для меня лично это единственный правильный курс. Проблемы надо решать по мере... Писанья, это понятно. Мы и не можем ничего делать, пока мы не придумаем, как ему помочь. Единственная зацепка — это, как я сказал, кто-то, кто мог научить или у кого он мог украсть секрет. Мне кажется, он начать с черных лебедей. Они сидят, не вылезают, как будто пережидают бурю. Хорошо, я займусь этим. Я беру телефон и я поднимаюсь наверх. Стоп, стоп, в смысле я займусь этим? Виджит меня написывал, я позвоню ему и спрошу. Не надо никому звонить, Эпифани. Пожалуйста, не делай ничего глупого. Я не делаю ничего глупого. Мы не хотим, чтобы они были к нам готовы. Нам нужно придумать, как Ничего странного. Они будут думать, что что-то не так, если я не буду отвечать. Если я позвоню, как ни в чем не бывало, с ним глупо поговорю. Эпифани, то... не надо звонить ему, как ни в чем не бывало. Он тебе угрожал. Он мне не угрожал. Я в смысле... Не ври мне. Так, Макс, пожалуйста. Мне кажется, он просто фронт. Я очень голодна. Можно я сделаю... Если вы хотите разбираться с лебедями, то вам нужно иметь дело не с Виджином. Я не хочу разбираться с лебедями. Вам идти к их лидеру и спрашивать Фицджеральда. Мы их пихли. Потому что... Ну, это, возможно, выглядит так со стороны, но... Макеон, так скажем, просто лицо. А Фицджеральд, ну, скажем так, он из них тех, тот, кто, скорее всего, принимает решение, конечно. Я иду обдумываю, что Блэк сказал, я двигаюсь к ящику, я достаю один из дробовиков и спрашиваю, Блэк, умеешь это заряжать? Нет. Я никогда в жизни не держал эту штуку в руках. Пока я говорю, я пытаюсь разобраться, как управляться с дробовиком, то есть научиться заряжать его, где там предохранитель, где что, то есть, и постараюсь не выстрелить себе в лицо. Хорошо, я что с телефонами по рукам? Мне не удалось с ним ничего сделать? Так, нет. Тебе, перебирая кучу телефонов в руках, ты, собственно, понимаешь, что с телефонами в руках ты сделать ничего не можешь. То есть тут не работает то, что сработало с телефоном Ника. Вот. Собственно, видишь, что телефон Ника ругается на то, что у него мало зарядки, и на нем, соответственно, куча пропущенных вызовов и сообщений. Так, я извиняюсь, я отойду. Что у него за пропущенные вызовы и сообщения? Ему звонили... Какие-то женщины в количестве. Ки и Микки неоднократно. Никаких этих звонков со странного номера, который не определяется, ну, в смысле, который не записан в записной книжке, больше не было. А у кого? У меня у одного списки книги? Да. Нет. У меня, я тоже слышу. Нет. Да, насрать. Окей. Вот это. Ну, соответственно, бегло пробежавшись, ты понимаешь, что его действительно начали, ищут многие.
народ встревожен, написывает, все ли с ним в порядке и так далее. Но в буху я с этим ничего не могу сделать сейчас, поэтому я на самом деле... Я беру свой телефон. Я смотрю сервисные, как бы... Могу ли я позвонить в сервис своей сотовой компании? У меня есть одна идея. Да, конечно. Я звоню в сервис... Это же диалог был. Почему это прервалось на... Какой диалог? Смотрящего в телефоне. Ну, мы же разговаривали. Ты просто ушел и... Нет, я ушел, когда это был сегмент с телефоном. Сейчас-то мы можем продолжить говорить или нет? Нет, ты заряжаешь дробовик. Фанни полезла в телефон. Что делает BlackLight, я пока не знаю. BlackLight на самом деле тоже собирался лезть в телефон. Он, у него вот эта первая эйфория, которая вывела его обратно в реальный мир из-за того, что Фанни начала делать успех, она у него потихоньку проходит, и он потихоньку начинает снова свои мысли крутить вокруг Сьюзен. И он понимает то, что сатиты явно не собираются ему ни в чем помогать. И он начинает как просто-напросто это... обдумывать, что и как. Поскольку его больше всего интересует тот, кто владеет таматургией в городе. Поскольку он подозревает сраных тримеров. И также он начинает прикидывать, кто же все-таки мог в город приехать и кто мог похитить Сьюзен. Вот. И его мысли начинают разглядывать всех троих новоприбывших. С Ротаном ничего не понятно. С девочкой хотелось бы посмотреть на ее видеоблог, но это сейчас невозможно. И остается только Тони. Странный Тони, который вчера угрожал, который постоянно рассказывает всем все. И у Блэка возникает идея, то, что он из Лос-Анджелеса, и он не помнит Тони. Он, конечно, не так часто контактировал с сородичами местными, поскольку больше занимался затворничеством и делал вид, что он шарлатан. Но он думает, что, возможно, кто-то более, так скажем, социальный может знать, и ему приходит в голову позвонить Джанет Уорн. Так, ну и... что у меня? Пока мои товарищи роются в телефонах, я, Макс, заряжая дробовик, хочу сказать еще одну вещь. Еще остается Ротен, с которым я должен был встретиться, и вместо которого я нашел через дорогу от дома машину-ловушку. И у меня есть стойкое желание найти Ротена и поговорить с ним об этом. Хорошо. Единственный, кто знал, где я живу, насколько я знаю, это Ромео. Эти два сапога пара, если вы понимаете, о чем. Что если Ромео за этим стоит? Мне удается дозвониться до сервиса? Да. Соответственно, Макс успешно заряжает дробовик. Блэк долго прозванивает Жанет. Сервис Водофона берет в руку Оранжа. Здравствуйте, я хотела бы получить список всех входящих и исходящих вызовов. Могу ли я получить его на свой электронный адрес? Или мне надо являться в офис лично ради такой маргинальной услуги? С твоего номера? Я спрашиваю, возможно ли это технически получить на e-mail. Но если со своего, если... она с номера Фарука. Нет, я сейчас со своего пока. А. С Фарука пока не можете позвонить, потому что там все блокировано. Окей, ладно. Могу ли я получить сраный список входящих и исходящих вызовов? Мэм, вы можете получить странный список, если вы знаете свое кодовое слово. Мы должны быть уверены, что это именно вы. А так, да, конечно, мы вышлем вам детализацию всех вызовов. Хорошо, сейчас я вам продиктую свое кодовое слово. Давайте, записывайте. Ну да, соответственно. Нет, я говорю S-U-C-K. M Y B L B A L L S. Записали? Спасибо. Я кладу трубку. Oh.
Блэклайт, прозваниваясь, алло, вспоминает, что он помнит про Жанет. Алло. А, мы с ней общались, скорее всего. Жанет. Алло, Блэклайт, здравствуй. Как поживает мой любимый из всех баронов? Отлично поживает. Я давно не видел Блэклайта. Ты не знаешь, что ты уехал? Должен признать, да, именно так. У меня возникли некоторые... Как жизнь? Все хорошо. Очень интересно. Слушай. Да, милый, так и как ты знать насчет того, чтобы поменяться сплетни? Мне кажется, это скучно, хотя зависит от того, какие у тебя сплетни. Ну, я, например, знаю, что происходит в Сан-Рафаэле. Окрик Марин, штат Калифорния. Что, неужто еще не слышала? Ну там вроде не Сан-Рафаэль происходит, там вроде на восточной части какая-то муть. А что в Сан-Рафаэле? Мне интересно. Интересно? Давай, милый, не дай мне рассказать. Ну, я хочу тоже кое-что у тебя спросить. А то как будто вот я тебя возьму и обижу потом. Ага. В общем, ты знаешь, ходят слухи, то, что здесь может смениться власть. Ну, знаешь, здесь правит... который не любит, когда его называют габароном. Ну и вроде как у него какие-то жесткие терки с местными настоящими анархами, как они себя величают. И, честно говоря, things get ugly. Да. Я тебя умоляю. Когда Лохет делает что-нибудь по-настоящему, я не знаю. Но меня пугает играть классическую вот музыку. Пожалуйста, отличная тебе сплетня. Лафет начинает делать что-то по-настоящему. Ой, он постоянно начинает что-то делать по-настоящему. Я тебя умоляю. Ну, первый раз это приводит что к тому, там... что... Из города не позволяет никому выезжать, все боятся выходить, все боятся кормиться, все боятся местного шерифа, который вроде как бьет сородичей. Извини, камарильский акцент. Я поняла. Ручная собачка Гарри, слышал ее. Так вот. Расскажи мне лучше, что у вас происходит. У вас вообще в заливе ходит слухи, если что честно... не новый крестовый поход. Что-нибудь слышал? Вот в том-то и дело, то что единственное, что я мог слышать, это вот именно заварушка между Лафетом и Гарри, которая, поверь мне, не является чем-то иллюзорным. Скажем, ну, может быть. Я говорю, я включу клубы Марсельезу, если у Лафета это и по делу выйдет. Ты знаешь, я, может, даже станцую. Приедешь к нам? Так вот, что ты хотел? Слушай, такой вопрос. У меня есть вопрос по поводу одного сородича из LA. Его зовут Тони, и он из клава Малкавиан. И, честно говоря, я его не помню. Вот никак. Ни разу не попадался. Может, он из Ками, я не знаю. Но... Нет. Молодой такой. Черный парень. Да. Да. Ты что-то про него знаешь? Да, но... Он тут мотался, но он не у меня был. Вот. Я так и не поняла на самом деле. Вот такой пацан занимался всем подряд. Его то ли становили недавно, то ли он откуда-то приехал. Тусовался с кедром, с какими-то бомжами. Потом они с ними то ли поругались, то ли не поругались. В общем, что-то какой-то разлад вышел. Так я его и не видел уже с полгода, наверное, после того. Он был тут пару-тройку месяцев. То есть он был пару-тройку месяцев. Это, то есть он был уже после того, как я сюда приехал? Я уехал? Да, он появился, уехал. У меня вообще такое ощущение, что его там кто-то знает. Не знаю, я не разбираюсь. Ну, господи, я сильно сомневаюсь, что он доживет до следующего года. Очень полгливый парень.
Может быть. Может быть. Что, прямо болтливый, прямо все рассказывает, настоящие секреты выдает. Откуда у него настоящие секреты? Нет, я не понимаю. Слушай, раз уж ты залили, на самом деле, я говорю, вот это мне интересно. А, вот я тебе буду очень благодарна, если ты все-таки выяснишь, что там у вас в районе Сан-Франциско на самом деле происходит. Потому что кто-то говорит, что это камни Сан-Франциско собираются возвращать утраченные трезоры. Кто-то говорит про то, что там новый крестовый поход намечается. В общем, все пиздят, что хотят, милый. Если ты дашь мне какую-нибудь ценную информацию, я буду тебе очень-очень благодарен. Это очень интересно. А насчет трезора мы с тобой договоримся. Хорошо. А это нет, но я, скорее всего, постараюсь достать тебе то, что тебе нужно. Ты всегда был таким хорошим мальчиком. Ладно, буду рада тебя видеть. Приезжай. А, хорошо. Она вешает трубку. Кладу такой, сбрасывая с себя вот эту вот подобающую для нее личину, вот эту вот вязкую, вот эту вот. И Black Light зарабатывает себе одну точку бэкграунда Information Exchange. Окей. Хо-хо-хо-хо. Найс. Я тем временем переодеваюсь в плотную кожаную одежду из шкафа по рукам. Ты понимаешь, что она тебе на 3 размера больше. Она по рукам. Фарук мне в 3 раза больше. Фарук больше все это время? Что, Макс? Да. Макс вроде высокий дед. Нет, мы уже решили, что Макс не высокий дед. Не важно, он тощий. Макс тощий, да. Макс кто-то по длине. У Фарука плечи в полтора раза шире. Окей, подшивать времени нет, говорит Макс. Да, Макс, кстати, успешно зарядил дробовик, даже нашел кнопочку, на которой, судя по всему, написано «Предохранитель». Найс, хорошо. Ну тогда я пододеваю бронежилет под свою грязную белую рубашку от костюма Дракулы. Выглядит это крайне комично. Вот. С непривычки ты занимаешься этим очень долго, ты запутываешься в 12 различных затяжках, креплениях и так далее. Фанни в остатках все еще уже постепенно засыхающей на тебе крови. У тебя в крови все, волосы, майка, толстовка, которую ты сняла, штаны, New Balance. I don't give a flying fuck about. Вот это. Собственно. Black Light с довольной улыбкой. Ну что, поведала нам одна особа из Лос-Анджелеса. А, судя по всему, Тони просто молодой балабол. Прекрасно. Серьезно. Хорошо, это вычеркивает его из... И, если честно... Подожди, ты... Почему ты спрашивал именно про Тони? Потому что меня очень напрягают улыбчивые идиоты, которые ведут себя так, будто убейте меня кто-нибудь. Очень часто на поверку они оказываются хитрыми уёбками. Макс мысленно улыбается, потому что, по его мнению, это под него подходит. Но на самом деле, то, что мне сказала эта мадемуазель, интересно в том плане, то, что вообще в Сан-Франциско начинается какое-то говно. Вы же из Сан-Франциско. Да, мы из Сан-Франциско. Тут поговаривают то, что чуть ли не Камарилла собирается идти завоевывать Сан-Рафаэль. Может быть, нам, я так показываю, на паспорта взять фонарь и съебать отсюда? Через границу мы это точно не перевезем. Нам нужно нужно привести его в норму, и тогда мы, возможно, будем решать, в каком направлении нам двигаться. Паспорта нас никуда не приведут. Я тебя уверяю, без него мы никуда не уедем. Хорошо. Что тебе сказал Фет?
Лафет собирается в полночь сегодня разговаривать с Гарри, как он выразился. И он говорит, что на меня рассчитывает, и я ему нужен. В общем-то, я думаю, Стопа, с которой я общался, делает ставки против Лафета. Она вообще не уверена, что он пойдет с кем-то общаться. С другой стороны, не знаю. Она может ошибаться. Ладно, что мы делаем сейчас, вот прямо в данный момент? Мы складываем... У меня два кандидата на... Ну что, на убиение из дробовика? Дробовик для самозащиты, Блэк. Это просто, ну, времена горячие, нужно быть наготове. Может, не худшая мысль. Тем более, ну... У меня два сородича, которым я хотел бы задать пару вопросов под пристрастием. Это Ромео и Виджи. Потому что, по моему мнению, это единственные два кандидата, которые могли нас переебать. Фаня. Как добраться до Ромео, я не знаю. Собираешься что, ждать, когда Фарук сам проснется, или все-таки есть какой-то план действий? Для начала его надо увезти отсюда и отвезти ко мне. Надо привести себя в порядок, и только после этого я смогу... Здесь ему безопаснее. Ты хочешь его на улице вытаскивать труп из багажника, чтобы полицию нас вызвали? Здесь ему безопаснее. Кстати, я сомневаюсь. Вот что. Нам нужно заколоть Ника, потому что если он проснется, ему кроме Фарука есть нечего. Его все ищут, Ника. Он мертв, Ваня. Пусть ищут, сколько хотят. Послушай, я не оставлю Сира здесь одного. И я уверена, что это место уже скомпрометировано. Эпифани, оно не скомпрометировано. Это самое безопасное место, которое в этом городе есть. Потому что у меня дома, я не знаю, как у тебя дома, у меня дома, скорее всего, кто-то меня там ждет. И в машине моей, скорее всего, бомба. Потому что ближайшая другая машина к моему дому была с бомбой. Так что я не знаю, как ты, я... Не делаю ставок на то, что твой дом очень такое уж безопасное место. Потому что мой дом не безопасное место. Звонит телефон, звонилка Фарука. На экране контакт Элрой. Кто? Элрой. Кто это? Это старший ирландец, управляющий бар. Владелец бара. Я возьму. Нет? Макс пытается... Макс показывает, типа, ты чё? Почему? Фанни нажала на кнопку «Принять вызов», после чего увидела, что Макс не машет. Идёт вызов. Я прижимаю. В чём дело? Чё не так? Почему я не могу с ним поговорить? Это ирландец. Это телефон, Фарука. Надо, блядь, отвечать. Алло, шеф. Вы слышите из трубки? Шеф? Это ирландец, который на него работает. Почему я не могу взять трубку? Я владею этим баром. Алло, это Эпифани нам. Здравствуй, Эпифани. Он сейчас не может подойти, и я поэтому... Он сказал, что я могу взять, поэтому, пожалуйста, если что-то срочное, пожалуйста, передайте, если можно. Ну да, мы ждем дальнейших инструкций. Он сказал, что они поступят сегодня вечером. Хорошо, я вас прошу по поводу чего конкретно инструкции? По поводу наших дальнейших действий. Эпифани, с Фаруком все в порядке? Да, с ним все абсолютно в порядке. Когда я могу с ним поговорить, если он сейчас не может? Сейчас момент. Я делаю вид, что я спрашиваю. Максимум вопросительное выражение лица. В течение нескольких часов. Он в порядке, просто кое-что возникло. Если я могу чем-то помочь, потому что я сейчас available. Передайте ему, что все, о чем он просил, сделано. Хорошо. Meaning? Последнее не услышал? Я спрашиваю, типа, а именно, грубо говоря. Фанни, передай руку, что все, о чем он просил, сделано, и пусть он свяжется со мной как можно скорее. Хорошо. Бросает руку.
Ирландец просил передать, что все, что Фарух просил, сделано. Я не знаю, что он под этим. Звонит второй телефон Фарука. И что это? Ебаный Да и он еблан, что ли, какой-то, я не знаю. Я не беру на этот раз трубку. Опять очередной тупик. То есть. Я без понятия. Я считаю. Кто? Я не расслышал, что там за вторая трубка-то, кто звонит? Ирландец тот же самый. Он думал, что я тупая, что ли, или что, что я ему напиздела? Долбоёб. Так, Эпифани, это я думаю, это я не говорю. Сконцентрируемся на... Хорошо, скажу вот что. Мне надо привести себя в порядок, я очень голодна. Но Сира я здесь не оставлю, поэтому если хотите... Эпифани, это глупо. Здесь безопаснее, чем здесь. Нету места. Если его кто-то здесь найдет, то ему конец. Мы его никуда не повезем. Мы запрем убежище, его никто здесь не найдет. Эпифани, ты можешь сделать одну вещь? Попробуй найти наверху какой-нибудь нож и какую-нибудь биту. Нам нужно гарантировать, что Ник не проснется. В таком виде, если нас кто-то увидит. В зале. Над убежищем. Смотрите, нож есть у Макса, а бита ровно над вами склад спортивного инвентаря. Ну вот, я про склад спортивного инвентаря говорю. Хорошо, я поднимаюсь, иду за битой. Я обращаюсь к Блэку по компании, нет? С чего мы начнем? Нам точно нельзя его перемещать. Я не знаю. Я по-прежнему считаю то, что можно попытаться его разбудить. Как-то сделать это очень изящно. Где мы сейчас найдем кровь? Хорошо. Я не горю желанием никого убивать. Я хочу искать того, кто пользуется там тоги. Потому что я в душе не ебу, где Сьюз. То, что мы сейчас сделали, оно приближает нас скорее к вашему сиру. Но, честно говоря, мне... Вы уж меня извините. Интереснее, где мой гуль? Я устал говорить то, что это может быть связано. Что мы можем что-то найти. Хорошо, с чего ты предлагаешь начать? Честно говоря, если мне никто сейчас не предложит каких-нибудь дальнейших действий, которые хоть как-то учитывают мои интересы. Ну, так, успокойся, видимо, мне придется самому решать свои проблемы. Мы все возвращается с битой в руке. Я даю биту Максу, и я услышала обрывок разговора или нет? Ну вот последние фразы, да. Слушай, Блэклайт, давай тогда разделимся. Я попытаюсь сейчас дозвониться до своего друга Блейка, спросить его, что он накопал по поводу Сьюза. Возможно, попытаться помочь ему или сделать это самостоятельно. Меня в этом плане никто не подозревает. Я здесь абсолютно со стороны, поэтому кто бы то ни был, я вообще мимо их прицелов. Поэтому я могу попробовать. Если у него проблемы с полицией, я попытаюсь их решить. В любом случае, я правда не считаю, что Сира можно так оставить. Хорошо. Я обтачиваю биту в кол, вот, ручку. И пока я это делаю, я говорю, мне нравится эта идея. Почему бы Эпифани не отправиться на поиски Сьюзен, а мы с тобой... Меня она напрягает. По одной простой причине, потому что Сьюзен могла... оставить следы, которые могу разглядеть только я. Но... Да, возможно, сейчас лучше это заняться кому-то, кто будет с более холодной головой смотреть на это все. В таком случае, Фани, мы займемся Сиром. Да, так будет лучше. Хорошо. Фани приходит сообщение. Господи. Всего одна машина, поэтому предлагаю заколоть Ника, высадить Фанни у ее дома, и мы с тобой дальше разберемся, что делать. Как тебе такой план? Да, возможно. Собственно,
В общем, то, что я делаю, у меня выходит битов кол превратить. Да. Ну, то есть ты тратишь на это некоторое количество времени, ты начинаешь стругать часть, которая бита, потом... Нет, начинаешь... почему? Я стругаю ручку, я сразу сказал, что стругаю ручку. А. Вот. Поэтому я упираюсь весом всем и так с кряхтением заталкиваю Нику в сердце кол. Меня воротит от всего действия на самом деле. Потому что я умом понимаю, что ему как бы что ему ничего не будет, но мне все равно кажется, что я насилую труп куском дерева. Вот, поэтому после этого я хочу поскорее уйти отсюда и. Я показываю телефон и говорю, мне написывает Виджин. Зачем ты с ним связалась? Ну, я с ним не связалась. Я ответила на его сообщение. Хорошо. Блэк, возьми на всякий случай второй дробовик из шкафа. Он нам пригодится. Я буду импозантно смотреться с этим. Хорошо. Хорошо. Дробовик всех мужчин делает привлекательнее, поверь мне. Да, его иногда больше боятся, чем несуществующей магии. Хорошо. Я беру дробовик. Вопросительно гляжу на Макса, что с ним делать-то, собственно. Я видел, подхожу и использую свои новые знания в дробовиках, показываю ему, как он заряжается, объясняю, где предохранитель, и говорю, какой стороны направлять врага, какой стрелять. Да. Да, и ты понимаешь, кстати, что он для тебя конкретно тяжеловат. Ну, то есть ты, конечно, его можешь носить, но тебе он тяжелый. Смотрю, есть что-нибудь полегче-то? То есть у него там арсенал же вроде бы, нет? Или только дробогана 2, 3, 20? Из-за огнестрельного оружия там будет 2 дробовика. Там была еще коробка с гранатами. Подожди, гранаты? Папа из НАТ. Хуй с ним. Беру 2 гранаты. Гранаты. Там есть флешбенги, да, я полагаю. Там что есть... там вообще есть? Что, бакшот и так далее? Нет. Собственно, вы рассматриваете гранаты, понимаете? Нет, там описано для идиотов. Там есть дымовые гранаты, гранаты с кислоточивым газом, гранаты, на которых написано мастер, горчичный газ, и там есть светошумовые гранаты. Я думаю, на самом деле, как умно со стороны Фарука затариваться светошумовыми гранатами, как будто они кому-то кроме него повредят. И я беру, на самом деле, дымовую и горчичную. А я беру светочивую. О, Иисус. Хорошо, сейчас я запишу свой гир. У меня-то есть... Физически куда? Штаны? Пока что в штаны, да. Я собираюсь найти одежду. Дымовую слезоточивую? Дымовую и горчичную. Горчичную. А я вот слезоточивый, скорее всего. Там дымовухи еще есть? Да. Мальчики и их игрушки просто. Даже после смерти нас тянет к штукам, которые могут убивать. Да, кстати, собственно... Я на самом деле... Ты когда задумался о светошумовых гранатах, посмотрел на этот ящик, в котором 8 гранат, и ты подумал, что ну вряд ли Фарук сам подбирал, он попросил ему, скорее всего, что-нибудь принести интересное, ему привезли что-то интересное. Ну это просто такая злая ирония. Я на самом деле рассматриваю дымовую гранату в руке и говорю, что... Точнее, слезоточивую гранату и говорю, что... Сложно пересчитать, сколько раз я оказывался на принимающей стороне вот этого вот. Хорошо, это так. Что это такое? Это слезоточивый газ. Но я не думаю, что, что вампирам она что-нибудь сделает. А вот горчичный газ это смертельно. Для нас? Ну, для нас нет, но, по крайней мере, это пощекотит нервы однозначно. Короче, едкие. Хорошо. Я тоже прихватываю, у меня есть моя сумка. И что ты туда запихал? Я возьму точно так же дымовую, я возьму, скорее всего, слезоточивую. Окей. Вопрос по дробовикам. Они с прикладами или без? Без. Без. Я кладу дробовик и гранаты в сумку с банком и склянками. Окей.
поехали. То есть это такие типа обрезы, да? Ну как, нет, это не обрез. Ремингтон, блядь, самый настоящий. Ствол на месте, это не обрез. Ствол на месте, приклада нет. Нихуя себе сумочка. Ну у меня-то никуда это не влезет. Ну, Блэк, у меня это рюкзак. Мне. Ладно, хуй с ним. Беру. Уже тогда оно будет торчать. Собственно, мальчики наигрались. Что в это время делал Ухами? Ничего, сидела и ждала. Ладно, все, стоп, поехали. Время начала 11. Вы выходите из убежища. И, соответственно, почти в одно и то же самое время, может, с небольшой разницей, у всех начинают звонить телефоны. Кто это? Всех. Соответственно, Максу звонит Элис. Ему первому. Блэклайту звонит Вэл. Фанни звонит Блейк. О, Блейк, я беру трубку. О. Ну, блин, окей. Тоже беру трубку. Ну, давайте по очереди. А вы в это время что делаете? Вы идете к машине с руками, правильно я понимаю? Садитесь, да. И двигаетесь в сторону Сан-Рафаэля. Да? Угу. Я правильно понимаю? Да. Да, в общем-то, машину открываем и заводим с помощью Сим-Сима. А, у нас же есть ключ от его машины, у него же на все ключи. Зачем? Да. Я правильно понимаю, у нас есть его ключи? Да. Ну все, значит, вы садитесь. Макс, единственный такой момент, вы все за собой запираете, естественно. Да, нет, мы оставляем это вот так вот открытыми. Мы пишем табличку. Да, вот нет. Здесь вот лежит анцилла сетита в торпоре. Что? Вопрос в том, что где уже не работающие ключи от убежища? У меня. Потому что они открыты Сим-Симом, и старые ключи торпоре. То есть все ключи у тебя. Да, но нет, Сим-Сим-то высох же уже, нет? За день-то. Он же высыхать должен. А он возвращает в обратное состояние? По-моему, замок он... Ну, мне почему-то казалось, да. Вообще, у меня в описании ритуала, который я тебе присылал, решай сам, конечно, в описании ритуала было сказано, что он высыхает, и все возвращается на место, поэтому ты не можешь выводить замки из строя. Это иначе... Очень как бы веселая штука. Можно все замки в городе намазать, и все ночью будут на улице. Спасибо, прошу прощения. Собственно, Фанни. Хорошо, я сажусь на заднее сиденье, точнее даже ложусь на него, чтобы меня не было видно. Но перед тем, как бы лечь, я оглядываю, никто ли за нами не следует. Я вспоминаю ту машину и вообще нету ли кого в проксимити, кто за нами наблюдает. Нет, в общем, тишина и спокойствие. Хорошо. Я беру трубку. Я же вроде. Все, да? Берут трубки на самом деле. Так всем звонят одновременно. То есть. Все разговаривают. Всем звонят, как только вы вышли из убежища. Хорошо. Кто первый? Фанни. Алло. Фанни, здравствуй. Здравствуй. Смотри, по поводу... Ты же меня просила вчера помочь поискать? Да. Вот. Ну, смотри, вашу... Я тут, в общем... Посмотрел по этим... По камерам. В общем, попросил друзей. Вот. Короче, похитили эту вашу девушку. Вот. Какие-то пацаны. Вот. Похоже на ирландских бандитов. Белые. Вчера на 5-й авеню. На 5-й авеню. Во сколько? Я не помню, Фанни. Я не помню. Если хочешь, я могу вернуться и посмотреть ночью. Глубоко ночью. Да, это важно. Во сколько и поподробнее, что за ирландские бандиты, есть ли номера у машины? Смотри, она вышла... Она вышла на улицу, попала рядом с камерой дорожного движения на переходе.
видно, как она переходит улицу, там за ней, значит, из Гранд Чероки джипа выходят два молодых крепких парня и берут ее под руки и сажают, о чем-то с ней недолго говорят, а потом типа, сажают в машину, там херово видно, но она вроде даже не то чтобы не стала не сопротивляться. Ага. И они уезжают потом куда-то, в общем, они, видимо, знают маршрут, они пропали. Я попробовал посмотреть дальше по камерам дорожного слежения, и их, короче, найдешь дальше. Она оставляла заявление в полицию об угоне автомобиля? Да. Какой-то Ford Transit, да, его нашли, он в полицейском участке у копов, у дорожников. Хорошо, неважно. Гранд Чероки. Его нашли. Хорошо, Гранд Чероки. Черный, номеров не разобрали. Черный Гранд Чероки, хорошо. Двое, говоришь, на Пятой Авеню. Да, и они из пассажирского и из заднего пассажирского вышли, то есть их там было минимум трое. Понятно. Одеты как были? А там не разберешь. Штаны, куртки. Смуглые, бледные. В смысле, бледные? Ну, рыжие, скорее всего, ирландцы. Слушай, ну если ты разглядел рыжие волосы, возможно, ты еще веснушки разглядел. Вот я и спрашиваю, кожа у них была как бы нормального оттенка или какая-то болезненного вида? Слушай, ну там видно, что светлые волосы. Ну не знаю, светлая у них была кожа. Паня, что вообще происходит? Хорошо, не похоже на наших ирландцев, если ты думаешь, если ты понимаешь, о чем я. Ну, вот я потому и подумал, что они ирландцы. Ну, я их не знаю, там... Что у тебя за голос плачущий? Возьми себя в руки, пожалуйста, а? Что ты со мной разговариваешь, как будто извиняешься? Давай четко, по-мужски, пожалуйста, поговори со мной. Похоже на наших ирландцев или нет? Похоже. Просто, Фаня, я не понимаю, что происходит. В городе стреляют, людей выводят в черных джипах. Во что ты меня втягиваешь? Я тебя ни во что не втягиваю. Похоже, говоришь на наших ирландцев, да? На наших ирландцев. На кого? У нас тут много, я не знаю, похоже они на наших ирландцев или нет, у нас ты так много ирландцев в городе. Хорошо, спасибо, я тебе перезвоню. Я кладу трубку. Не надо. Кто следующий? Макс? Алло, Элис? Макс, здравствуй. Я знаю, тебе звонил Жан. Он сказал, что ты, может быть, не приедешь. Пожалуйста, не зли его. Пожалуйста, приезжай. Я очень хочу, чтобы ты приехал и помог. Ты мой друг, и мне страшно сегодняшней ночью. И... Пожалуйста. Дорогая, успокойся. И все... Все решится рано или поздно, но приехать я, скорее всего, не смогу, у меня тут настоящий переплет. Настоящий переплет, знаешь. Давай я тебе помогу. Я благодарен, что ты предлагаешь свою помощь, и если что-то мне понадобится, я обязательно тебе позвоню, но пока что ты на самом деле не могла бы ничего сделать. И тут, Откуда ты знаешь? Ты что, как лафет, думаешь, что я ничего не могу? Элис, пожалуйста, держи себя в руках, понимаешь, просто дело непростое, дело требующее определенных специфических навыков, определенных как бы вещей, которые умеют немногие, знают немногие, и как бы это достаточно сложно, понимаешь? Макс, я очень хочу, чтобы ты был здесь. Я понимаю, Элис, я точно так же хочу быть там с тобой, но вот... Судьба распоряжается надо иначе. И если у тебя не пропущено хрустального шара и волшебной шляпы где-нибудь, я не думаю, что ты можешь ничем помочь. Ну, большое спасибо. Ну, я могу найти того, у кого есть. Знаешь, если найдешь...
что? Кого надо найти? Нет, я в том-то и не знаю. Я тебе кого угодно достану. Знаешь, мне нужен, нужен кто-то, с кем можно пообщаться на тематику оккультного и внеземного. Если ты знаешь кого-то, чей, чья экспертиза подходит мне, я буду очень сильно благодарен за имя. Потому что моя проблема, она начинается как бы с внеземной и превращается вполне себе влияющую на меня сегодня. Если ты понимаешь, о чем. Лебеди. Лебеди? Спасибо, Элис, ты сделала мою ночь. Макс, пожалуйста, заверши свои проблемы пораньше. Я очень хочу. Я постараюсь. Пожалуйста. Я обещаю, что я постараюсь. Большое тебе спасибо, Элис. Я буду... Я позову тебя. Я бросаю трубку и... Я понимаю, что все разговаривают тоже по телефону, но я все равно сдавлен этим голосом. Ебучие лебеди. Я просто... У меня все горит внутри, я понимаю. Да. Мне интересно, кстати, последовательность разговоров. Но Макс, да, закончил говорить с Элис быстрее, чем Фанни закончила говорить. Окей. Собственно, я смотрю на номер Вэл, который почему-то у меня записан. Хотя, как бы, хорошо, у тебя достаточно хорошая, ты видел этот номер на визитке, и даже если он у тебя не записан, ты запомнил, что окей. Этот номер был. Скорее я... Да, окей, я беру трубку и спрашиваю, алло, кто это? Здравствуй, Борис. Это был. Интересно. И какими судьбами ты в моей трубке? Ну, найти твой номер было не так сложно, я не помню, что на мобильном есть. В городе происходит какое-то движение. Я не знаю, чем ты был занят последней ночью, но ты здесь дольше меня, и я бы хотела не по телефону с тобой проконсультироваться. Мне нужна оценка непредвзятого наблюдателя о том, что здесь происходит. Если честно, всех местных, да? Я последние пару ночей, можно сказать, валялся в торпоре. Поэтому, если честно, если ты меня сейчас просветишь, что происходит, я буду очень благодарен. Если коротко. Вне города происходит странное событие, пока не совсем понятно что, но совершенно точно, что движению сейчас нужно быть единым, нужно выступать единым фронтом, а вместо этого все население Сан-Рафаэля как с ума посходило и занимается внутренней грязней, каждый тянет одеяло на себя, и мне кажется, твоя точка зрения могла бы помочь мне чуть лучше разобраться, потому что, насколько я могу судить, ты не заинтересован в местной политике. И это делает твой совет очень ценным. Я была бы тебе очень признательна. Я хочу, чтобы... Ты сказал, что я не заинтересован в политике? Ну, потому что ты не совершаешь никаких политических телодвижений во время, которое я пытаюсь разобраться, что есть что. Я на самом деле стучу Блэклайта по плечу и как бы шепчу ему или говорю, что у меня есть очень кое-что важное. Мне сразу вообще параллельно становится на Вэл, так как я понимаю, что, скорее всего, может быть важное. Говорю, послушай, Вэл, и что, по-твоему, где мы можем встретиться? Глядя на Фанни, я как бы out here. Я смотрю на Блэка с лицом убийцы. Где тебе будет удобно, но желательно... В таком случае я тебе перезвоню и скажу. Хорошо? Я была бы очень благодарна, если бы мы смогли встретиться до полуночи. Я тебе ничего не могу обещать. Я понимаю, я понимаю, я
Да, 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 да. Спасибо, что ты понимаешь. Да, я благодарен. Извини, нужно бежать. У меня кофе потек. У тебя какие-то проблемы? Господи, боже мой! Позвать нахуй. Послушай. Ладно. Может, эти проблемы? Дело спрашивать. Все, до свидания. Твой совет, я кладу. Я тебе могу как? Так, я перегибаюсь через два сиденья и говорю, так, слушайте внимательно, пожалуйста, я очень голодная, пожалуйста, я внимательно. Blacklight. Я слушаю просто всеми. Блейк увидел на камерах видеозаписи, что Сьюзан похитили, какие-то двое на 5-й авеню, Гранд Чероки, похожие на ирландцев, рыжие. Они с ней поговорили, и она села с ними в машину, то есть не было признаков сопротивления. То есть это выглядело, как будто бы она просто с ними поехала. Доминирует. Так, а теперь послушайте, пожалуйста, меня, то, что мне приходит в голову. Да, ты говоришь тримеры, да? Что у тебя враги тримеры, или кто? Я лишь предполагаю. Фарук владеет ирландской мафией. Сейчас мне недавно ему позвонил один из ее лидеров и сказал, что они сделали то, что он просил. Если, грубо говоря, те, кто вредит Фаруку и те, кто планирует похитить Сьюзан, то те же самые, то они могли через Фарука решить этот вопрос со Сьюзан. Поэтому я предлагаю Максу одеть маску тысячи лиц Фарука, поехать к... в общем-то, к ирландцам и посмотреть, что вообще там происходит и как можно на это повлиять. По крайней мере, удостовериться, что Сьюзан не у них. С другой стороны, то, что они сели с ней в машину абсолютно без проблем, тоже намекает на какие-то мысли. Я не помню никого конкретного из ирландцев, у кого Гранд Чероки. Я бы, наверное, заметила, я их вижу достаточно часто. С другой стороны, мало ли что, ирландцев, Блейк не мог со мной поговорить адекватно, он сказал, что у них светлые волосы, рыжие, возможно. То есть, черт знает, но надо отбросить этот вариант. То есть. Хорошо, я согласен. И у меня тоже есть небольшой кусок информации. Я тут поговорил с одной своей хорошей подружкой, и она мне сказала, что если у меня есть вопросы по поводу оккультных вещей, то мне стоит обратиться к черным ебучим лебедям. Ну, Виджин мне на это как бы намекал, но я подумала, что... А почему ты мне этого не сказала раньше, что он тебе об этом намекал? Поэтому я согласен, что стоит начать с ирландцев, потому что Сьюзен сейчас во главе угла, и она в опасности. Как только мы решим этот вопрос, я предлагаю взять эти новые блестящие гранаты и дробовики и пойти к черным лебедям задавать вопросы. Подожди, Макс, не кипятись. Мэг, Фиджеральду и всем подряд. Макс, не кипятись. Давай так. Мы договорились. О, не кипятись. О, как я раскипятился прямо сейчас. Макс, меня всё разрывает. Мы договорились. Вы с Блэклайтом решаете вопрос с Сиром. Я решаю вопрос с Сьюзом. Ты только что предложил мне одеть маску и решить вопрос. Я пойду с тобой. Я пойду с тобой, потому что... Так, давай, правда. Компания звонит телефон. Кто это? Кого черти принесли опять? Кто это? Ромео звонит. Алло, Ромео. Да, я тебя слушаю. Посылай его в пизду. Опять твой ангел-хранитель. У меня для вас небольшие новости и одна маленькая просьба. Во-первых, постарайтесь больше не светить свои светлые лица в полицейских базах, потому что я сегодня с вечера удалил оттуда ваши фотороботы. Уж не знаю, как вы туда попали, да и не особо интересно. Так вот, у меня к тебе будет маленькая просьба. Найдешь со своими друзьями часа полтора времени, сегодня в полночь. Зачем? Я не знаю, у тебя, может, дошли уже слухи. У нас мутный дядька Лопет собирается какую-то бучу устроить и собирает знамена. Есть понимание, что последнее, что нужно сейчас этому городу, вот это внутренние дрязги. Если сограждане
самофейли проявится значит, это будет лучше для нас всех. Хорошо, ты предлагаешь мне взять в руки копье, да? И пойти нет, проявлять гражданскую сознательность. Что от меня нужно конкретно? Я предлагаю вам присутствовать на собрании, которое будет сегодня, где-то между полуночью и часом. И проявить там гражданскую... Я не прошу вас браться за оружие, ни в коем случае. Я и сам подобным не увлекаюсь. Ты же понимаешь, я надеюсь, что мы сможем решить вопрос мирным путем. Но последнее, чего я хочу, это дестабилизация. Ромео, сейчас. Взамен на что? Ты мне хотел рассказать что-то интересное? Мне казалось, это, смотри, это маленькая просьба. Я вчера тебя просила о маленькой просьбе. С тех пор никаких продвижений. А, это телефон? И телефон, и еще много чего, и... Я мало для тебя сделал. Ты пока ничего не сделал. Нет, подождите, а что он сделал-то, Экшели? То есть он мне по поводу моих просьб... Он за ничего наши номера из полицейских баз удалял. Он жопы наши спасал 3-4, мы ему не мог в долгах... Хорошо, яйца, хорошо, скретч зет на самом деле. Ладно, да, ты, конечно, много для нас сделал, безусловно. Абсолютно. Так вот, по поводу того номера. Это Бёрнер? Кто? Его купили недели три. Бёрнер, ага. Фон. Да-да-да. Его купили недели три назад. Вот, использовали крайне редко. Слушай, ты, конечно, злая маленькая женщина. У меня где-то была, правда, сейчас много дел, у меня где-то была распечатка телефонов, куда с него звонили, но там ни хрена интересного, на мой взгляд, я так краем глаза пробежался. Если маленькая злая женщина приедет со своими друзьями и проявит гражданскую сознательность, я, наверное, смогу его найти. Если тебе так интересен этот номер. Гражданскую сознательность в каком смысле? Выступить на чьей-то... Вы приезжаете. Выступить на чьей-то стороне или просто стоять в толпе? О чем идет речь? Вы приезжаете на место и выступаете солидарно с той позицией, которую займу я. Ха. Никакого кровопролития, ничего не будет. Мы просто соберемся... Хорошо, Ромео, я поговорю с Катерией. Я сейчас слегка... Он бросает тут. Пошел нахуй, Ромео. Ебаный в рот. Что ему надо? Чтобы мы приехали на эту встречу опять. И чтобы мы выступили на его стороне. Теперь мы не можем на ней не приехать. Что мы ему должны. Вэл от меня хотела встречи до... I would love to bail on that, потому что Сьюзан в опасности. Эпифани, ты не понимаешь, как работает это общество. Если мы не будем возвращать долги, мы кончимся очень быстро. Это правило, это единственный закон, который есть у всего этого говнистого собрания. Хорошо, Макс. И меня этому научили очень хорошо. Хорошо, Макс, как скажешь. Если ты считаешь, что это правильно, I will follow. Но мне надо привести... Я не считаю, что это правильно, или и не считаю, что это удобно, я считаю, что это необходимо. Мне надо просто привести себя в порядок и поесть. У тебя есть какая-то одежда на меня, кстати? Макс. Конечно, есть. То, что ты оставил в тот раз, бросил меня в стирку, как будто я твоя домработница. Конечно, есть. Фанни, вынеси мне, пожалуйста, что-нибудь. Я устал носить дешевый костюм Дракула. Вынужден согласиться с Максом.
это общество действительно работает так. Честно говоря, никто не запрещает мне предупредить Жана, пока он себя не сжег. Для меня жизнь Сьюзан и мой сир намного важнее, чем... Эпифани. В дальней перспективе мы все будем мертвы. Я вас поняла, я не спорю, я просто выражаю... Я не спорю с вами. Мы теряем время, пожалуйста. А что мы теряем? Поднимайся к себе наверх. Так мы уже приехали, что ли, все это время? Вы подъезжали. А. Я останавливаю машину и говорю, все, давай, бери все, что надо. Мне нужно будет встретиться с Вэл. Потому что если мы собираемся идти туда, лучше посмотреть на ситуацию со всех сторон. Да, и Тони мне написывает. Но сначала ирландцы, потом все остальное. Я... Не слишком много времени. Я поднимаюсь наверх, я быстро принимаю душ, то есть волосы сушить некогда, они просто мокрые. Я просто привожу себя в порядок, переодеваюсь во что-нибудь идентичное тому, что на мне было одето, что-нибудь простое. Я достаю постиранные и поглаженные шмотки Макса, которые я старательно у себя храню в шкафу. В общем-то, я выхожу из машины, я звоню Жанну. Да. Ты закончил со своими проблемами, Макс? Алло, Жан. К сожалению, проблем только прибавилось. Мы с тобой хорошие друзья. И то, что я сейчас тебе скажу, не должно попасть ни в чьи другие уши. Ну, конечно. Ты должен понимать, что на меня тебе нельзя рассчитывать. В смысле? Что случилось? Ты не сможешь приехать? Жан, даже если я смогу приехать, скорее всего, теперь мне придется приехать. Я, так скажем, обязан приехать. Но если я хочу приехать к тебе, я обязан приехать к кому-то другому. Ты понимаешь, о чем я говорю? И я такой не один. Трое? Угу. Ну, если ты говоришь, значит, дело серьезное. Просто ты понимаешь, Сэм, что я ничего с этим не могу сделать. Но... Нас переиграли. И у меня возникает ощущение... У меня возникает ощущение, что... Жан, что ты предлагаешь сделать? Кто ты сам знаешь, что пока тот, кому я должен, ходит под луну, я ничего сделать не могу. Ты правильно мыслишь? На секунду. Если они играют грязно, они сами напрашиваются. Я не хочу участвовать в убийствах и прочих вещах. И я очень уважаю Ромео как товарища и... Он множество раз меня выручал. Так, у меня есть альтернативная идея, на самом деле. Да, это, конечно, сильный фонд в колеса. Я на тебя рассчитывал. Жан, у меня есть просто мысль, что я не один такой. И с тем, что происходит, я бы на твоем месте рассчитывал, что... Тебя мало кто поддержит. Ну, с этим я сам разберусь, Макс. А, знаешь что? Я просто хочу тебя предупредить как друга. Ты, возможно, заходишь в очень опасную встречу. Такова жизнь революционера. Макс, наша жизнь — это риск. А, знаешь что? Приезжай к часу. Не раньше. Я не могу этого сделать. Встреча на час. Назначена. Хорошо. Если так, то хорошо. Приезжайте к часу. Если что-то изменится, я тебе сообщу. Окей.
Я бросаю. Не слышно. Не слышно. Говорю, сажусь обратно в машину, говорю Блэку, ну и... В общем-то, мы приедем туда к часу. Я предупредил Жанна, потому что мой хороший друг. Не хочешь сгонять? Не знаю, ты как планируешь провернуть это все с ирландцами? Я просто хочу прикинуть реально это... Реальная идея с ирландцами провернуть всю... Закрой глаза, сейчас увидишь. Закрываю. Я пытаюсь снять маску, ты щелить Фарука. Ты Фарук? Ну, как я выгляжу? Я догадывался, что ты собираешься сделать. Никому не рассказывай, что я это умею. Потрясающе. Я про время. Ты уверен, что это не затянется? Я честно уверен. Говоря, несмотря на то, что мне не особо охота ехать на встречу с Вэл, исключить, что, возможно, она, не знаю, набросит на меня проклятие, не знаю, кровавых змей, еще что-нибудь, оказавшись ебаным тримером. Вэл, мы ничего не должны. Если мы едем в это говно... Вэл, возможно, мы ничего не должны. Мы никому, в принципе, ничего не должны. Что она скажет? Если мы туда лезем, нужно больше информации. Чтобы она не сказала, мы должны Ромео. Если мы его не поддержим, ничего хорошего из этого не выйдет. Если же она найдет способ из этого выкрутиться, я буду за него рад. Ты не думал то, что, возможно, Ромео не переживет эту ночь? Я не собираюсь никого убивать. Я не собираюсь ни по кому открывать огонь. Я не говорю огонь. То, что это сделаем мы. Мы, возможно, можем что-то узнать больше. В конце концов, если она окажется невинной, придурочной неонаткой... Подожди, я не вижу логики. Как перспектива Ромео пережить эту ночь и Вэл связаны? Вэл может что-то сказать новое. Мы едем в ебаное осиное гнездо, ничего про него не зная. Что нас попросит сделать Ромео? Ты не спросил даже его позицию. Скорее всего, встать на чью-то сторону. Если он скажет то, что он провозглашает власть Сабата здесь. Тогда мы будем обязаны его поддержать. А потом мы будем обязаны рвать когти. Мы ничего не обязаны сабатистскому шпиону. Возможно. Мы ничего может не быть, знаем. Хорошо, в любом случае, я действительно с тобой согласен, то, что нужно сначала к ирландцам. Если мы что-то можем сделать для Сьюзен сейчас... Слушай, если Сьюзен там, это дело двух слов. Я просто скажу, освободите девушку. Хорошо. У меня есть предположение, маловероятное, но все же то, что Сьюзен так или иначе что-то про эту ситуацию знает и не является какой-то невинной жертвой. Мы так с ней скажем, поговорим, если мы сможем ее найти. Очень много свободы. Она, возможно, начала какую-то игру. Свою. Она достаточно инициативна для этого. Естественно, ей в конечном итоге кажется то, что, скорее всего, она защищает меня или еще что-нибудь. Понятия не имею. В общем, хорошо. Да, я согласен. Но с Вэл, возможно, стоит встретиться. Я не хочу быть... Чтобы вы... Короче, я хочу, чтобы вы были в радиусе выстрела. Хотя бы. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Я понимаю, о чем ты. Мы начнем с ирландцев, мы встретимся с Вэл, как ты хочешь. Потом мы поедем навстречу и посмотрим, что из этого выйдет. Пока что мы ждем, пока Фанни соберет свои манатки. Собственно, вы видите, что Фанни спускается, параллельно глядя в телефон, куда приходит СМС, Максу приходит какие-то СМС. Я смотрю на то, что за рулем сидит мой сир, и такая, ой. Да. Окей, ладно. Я говорю Максу, смотрю, ты уже подготовился? Еще как. Я одену одежду после встречи. Поехали в бар. Хорошо. Или где этих ирландцев можно найти? Я вспоминаю, где их можно найти. Ну, ты понимаешь, что ты ирландцев видела в баре? Ну, значит, в баре. Где они с руком
То есть они туда приезжали, они туда что-то привозили, но откуда они ездили, где у них гнездо, ты не в курсе. Проблема в том, что я не могу позвонить им по телефону. Это иллюзия действует только на тех, кто на меня смотрит и находится рядом со мной. Телефоны я обманывать не могу. Ну, я не знаю. Поехали в бар. Я не знаю. I don't know. Мне тут Ромео пишет, что у него есть еще какая-то инфа про Ротана для нас. Это было бы неплохо. Ты можешь съездить или позвонить ему? Так он предлагает прийти на эту встречу. Там. А, ну мы там будем. У нас нету выбора. Поехали в бар. Я еду в бар, я веду машину в бар. Знаешь, что странно? Я говорю к Максу, что мне показалось очень странным. Ротан. Ромео в сообщении назвал меня принцессой. Why would he do that? Кто-то так тебя называл еще? Фарук. Не, ну Фарук валяется в убежище. Нет, это я понятно, но... Ну, это может быть совпадение. А может быть и нет. Мы узнаем soon enough. Я так понимаю, бар недалеко, мы доехали? Да, вы, естественно, доезжаете без каких-либо проблем. Время начала... без чего-то там 10. Вот. Все перемещения заняли. У вас Фанни дольше собиралась, чем вы ездили на машине. Я говорил своим товарищам, ждите меня здесь. Мне пойти с тобой? Не надо. Собственно. Что ты будешь кричать, если они начнут связывать тебя и резать тебе голову? Вы, во-первых, видите, что бар закрыт. А во-вторых, вы наблюдаете Джимми Картера, который стоит в метрах 5 от входа в бар, вот, без рукавки и, собственно, философскую курю. Можно мне на 3 секунды отойти, и сейчас я вернусь, окей? Я тогда тоже воспользуюсь. Обосрались. А вы на машине Фарука? Да, мы на машине Фарука. Но у вас есть, вы как бы еще достаточно далеко. Ну что, устроил ему допрос пристрастия? Что он делает возле моего бара? Хороший вопрос. Мне интересно, как он на меня отреагирует. Хорошо, пойдем вместе. Вы в начале улицы, вы медленно поворачиваете в сторону бара. Ваши действия, вы в машине. Хорошо, я выйду вместе с тобой. Blacklight, останься и следи за тем, что происходит, хорошо? Дробовики лежат в сумке, если что. Пересядь на водительское сиденье. Я достаю свой фонарик. Но при этом Макс не переодевшись, и Макс в рубашке, из которой торчит бронежилет. В смысле, он в маске-то исчезли? Он в маске-то исчезли. Я в типичной одежде Фарука. Как бы вот это выглядит. Джинсы, дорогая кожаная куртка. Да. Я говорю этому Blacklight'у, пересядь за водительское сиденье, если что, правая педаль. Это газ. И, в общем-то, я собираюсь выйти. Я делаю, как она говорит, и из сумки я, скорее всего, достану. Хотя, что я достану? Нет, я достану свой фонарь. Ладно, я паркуюсь, в принципе, у бара, вот, и я говорю Эпифани, двигаемся в направлении бара, ждем, пока он нас заметит, посмотрим, как он отреагирует. Хорошо, я буду молчать в основном. Эпифани выглядит виноватой.
Окей. Ну, вы двигаетесь в сторону Джимми. Вот. Как вы понимаете, что Джимми вас уже заметил, но делает вид, что пока не заметил. Вот. Он ждет, пока вы подойдете к нему метров на пять. Поворачивается. Пару, до тебя последние ночи не дойти. Ну, очень много проблем в последнее время, непредвиденных. Как ты? Чем могу тебе помочь? Бизнес? Дружище. Ты обещал, что свяжешься со мной на предмет торговых вопросов? Бизнес подождет, Джимми. У меня сейчас есть срочные проблемы. О чем ты? Я знаю, что тут у вас у местных какие-то проблемы, но мы же... Какое нам дело до местных старперов? Я с ними повязан, Джимми. У меня есть до них дело. Хорошо. Но бизнес есть бизнес. Порог. Звонил твоим ребятам, они говорят, что они ждут команды от тебя, а без тебя ничего не будут делать. Что за дело? Я как раз сейчас собирался с ними связаться. Не беспокойся, я решу этот вопрос сегодня, хорошо? Соответственно. Когда тебе надо самое позднее? Вчера. Давай будем реалистичными, Джимми. Дай мне что-то, с чем я могу работать. Ну, ладно, хорошо, я понимаю, мало ли у тебя какие-то проблемы, у тебя со своим товаром проблемы. Мы даже на реализацию ничего не забирали. Да. Еще раз я не расслышал. Последняя фраза. Вы даже на реализацию ничего не забираете? Джимми, не нервничай, все решится. Сейчас весь город на ушах. Я должен кое-где быть, понимаешь? Нет. А чё? Я не думал, что у твоих ребят какие-то проблемы с играми. Ну, проблемы сейчас со всех сторон. Дело не в играх. Дело в одной конкретной игре. Собственно, в этот момент вы слышите, что у вас за спиной звучит взрыв. Blacklight слышит, что взрыв звучит сзади автомобиля. Соответственно, Джимми прыгает на вас двоих и роняет вас на землю. Ложись! Окей, хорошо, я... отталкиваю тела от себя максимально, и я хочу посмотреть, собственно, что взорвалось-то. Аналогично. Ощущение, что ничего не взорвалось, вся улица обнулась, все слышали взрыв. Но вокруг тишина. Я говорю несколько слов на коптском, чтобы сделать впечатление, что Фарук говорит что-то по-арабски. И встаю на ноги. Чё за хуйня? Фарук, понятия не имею. Он, соответственно, вскакивает, протягивает вам руки. Я его поднимаю. Ну, он предлагает вам помочь подняться. А, ну я думаю, я уже поднялся. Я поднимаюсь, конечно. Я вас беру его помощь. Да-да. Слушай, Эпифани, посмотри, что в баре происходит. Мне нужно кое-что у Джимми спросить лично, если ты не против. Да, конечно. Он закрыт. У меня есть С самого вечера я здесь жду. У меня есть ключи. Эпифани, есть ключи. Джимми, послушай меня. Что за херня происходит? Что это было только что? Понятия не имею. Что такое? Я иду в бар. Окей, он тебя тоже отряхивает. Не надо меня отряхивать, спасибо. Не давай уже. Я беру Джимми за плечо, так, типа, как бы достаточно по-дружески говорю, с этим мы сейчас разберемся. Если... Ты не в своей тарелке. Я понимаю, что ты не в своей тарелке, Джимми. Я понимаю, что все будет очень сбивчивым, но это то, как последние ночи имеют обыкновение развиваться. Мне нужно задать тебе один вопрос, личный. Окей. Он шагает в сторону
технического проезда между двумя зданиями. Не ходи никуда, подожди, куда ты пошел? На вечеринке в на балу. Да. Я... У меня очень странные воспоминания по поводу этого вечера. Я помню, что мне кто-то позвонил, и все было как в тумане. Ты не мог бы мне рассказать? Я не вел себя как-нибудь странно в этот момент? Да ты вообще был не в адеквате. Я бы, конечно, всех по-разному штырил, если бы, но, блин, ты просто был сам не свой, да, глаза затуманенные, те позвонили. Я так понял, что это файл. Начал собираться. И слова тебе не сказал, да? Вообще. Потом, короче, ушел нафиг в затемнение. У меня перед глазами. И исчез. Не, я, конечно, склоняюсь перед твоим мастерством. Ничего личного, Джим. Это многое объясняет. Я сам был, конечно, не то, что в здравом уме, но я конкретно подошалел с таких раскладов. Я хочу, как бы, мне мое нутро подсказывает, что он искренний или нет? В смысле, ну, ты уверен, что то, что он тебе говорит, это, да, соответственно. Хорошо, я хлопаю по плечу и говорю, Джимми, я с тобой свяжусь, спасибо тебе, я... Извиняюсь. Ты, блядь, чувак, ты мне уже сказал, что ты со мной свяжешься. Давай как-то поговорим. Поехали вместе, что ли, к твоим ребятам. Ну, это просто, ну, блядь. Я, конечно, все понимаю, но, блин. Слушай, я не могу выехать прямо сейчас. Ты знаешь, куда ехать? Давай тогда так. Мы договорились вести дела. Мы договорились, что мы партнеры. Ты страдаешь какой-то херней, у тебя проблемы. Давай. Так, Джимми, послушай меня, пожалуйста. Я все понимаю, и я... Что я тебе нужно послушать? Нет, я понимаю, что you're in distress. Я понимаю, что ты чувствуешь, что... Бизнес in distress? Поверь мне, я делаю все, что в моих силах, чтобы решить этот вопрос. Ты знаешь, куда ехать? В смысле? К моим ребятам. Ты знаешь, куда ехать? А ты нет? Нет, я знаю, знаешь что? Ладно, поехали. Я сейчас оставлю Фанни некоторые указания и поедем на тебе. Подожди здесь. Вот, я иду искать Эпифани. Что Эпифани делает в баре? Я пытаюсь починить радио, он ругается, что у него что-то сломалось. Осматриваю бар, пытаюсь понять, что не так. Я забегаю внутрь бара просто вот так. Подожди, ну, собственно, Фанни, ты смотришь и понимаешь, что, ну, бар полностью закрыт, то есть, ну, закрыт, как положено закрывать бар. Стулья стоят, посуда чистая развешана, тишина, благодать, все в порядке, все спокойно, бар закрыт. Ну, рано он закрыт, не вовремя. Не-не, ты уверен, что он не открывался этим днем. Бар, в смысле, закрыт, совсем закрыт. Я смотрю, если какие-то записки, где что-нибудь странное я ищу. Короче, если опять ничего, то ты просто как бы... Если файл... Окей, не-не-не, бар закрыт, просто закрыт, к тебе обрывается бар. Не слышно ничего. Эпифани, слушай сюда. Я подхожу к ней, беру ее за плечи, короче, так, заговорщицу тоном. Джимми знает, куда ехать к ирландцам. Я сейчас поеду с Джимми. Расскажи Блэклайту про эти взрывы, которые мы слышали. Постарайтесь выяснить, что это за хуйня. Встретимся на встрече. Нет, в час. Мы, наверное, поедем за тобой, чтобы посмотреть, все ли с тобой будет в порядке. Сзади в бар заходит Джимми. О. Да фа. Что?
Мы едем или нет? Едем, едем. Эпифани, ты все поняла? Да. Отлично. Не подведи меня. Я шагаю уверенным шагом, собственно, в сторону Джимми. Поехали. Джимми is highly fucking suspicious at the moment. Он садит, у него желтая BMW Z4, трехдверный кабриолет с двумя сиденьями. Он садится на водительское. Я сажусь на пассажирское, и на самом деле я коротко говорю ему: веди, и я достаю свой телефон и делаю вид, что начинаю что-то зарешивать. Что-то что делать? Ну я что-то залезаю в органайзер, там какие-то смски пишу, то есть что-то зарешиваю. То есть я пытаюсь создать иллюзию, что я вот не могу разговаривать. Вот, и, блядь, я просто, если бы я был живым, у меня, наверное, сердце бы стучало просто безумно, то есть у меня реально стрессовое состояние, я никогда еще не залезал настолько глубоко в притворяться, кем ты не являешься, сленг, и... Я быстро иду к Блэклайту и предлагаю ему проследовать. Кстати, Коэль, насчет сердцебиения, у тебя сейчас сердце как обычно. Ну да, я же, как бы, я чувствую, ну смотри, насколько я теплый, не имеет значения, потому что у меня маска тысячи лиц на мне, которая маскирует, в любом случае, мои true тактильные ощущения. То есть я, как бы, я никак на ощупь-то не отличаю от ничего. Не, понятно. Собственно, хорошо, давайте, вы поехали, Фанни дошла до Блэклайта, собственно, народ... скапливается куда-то в сторону, где теоретически был взрыв. Фанни? Можно вопрос по поводу музыки? Чё, как бы всё типа умерло и всё? Сейчас, дойди до Блэклайта, мы сделаем перерыв, я пытаюсь починить музыку. Что? Хорошо, я предлагаю Блэклайту проследовать за ним. Узнавать, что за взрыв, нахуй надо. То есть я говорю, Макс сказал нам остаться... Согласен. И посмотреть, что за взрыв. Но он поехал сейчас, притворяясь моим сиром, к ирландской мафии с непонятным чуваком зарешивать что-то про бизнес. Мастер, пожалуйста, кинем мне интеллект, но это слишком глупо, чтобы это действительно было сделано. Это слишком, блядь, идиотская идея. Ну, правда, пожалуйста. Кинем мне интеллект, хуй с ним. Ну, вы думаете, что если вы поедете, что вам что-то подсказывает, что карьер криминал Джимми Картер, который... занимался перевозкой сородичей. Мне тоже в голову приходит, что я водить-то не умею. Заметит ваш хвост, или вы его потеряете. Хорошо, ладно. Ваши шансы незаметно проследовать за Джимми не очень велики, учитывая, что он знает, какая машина у вас в руках. Хорошо, давай посмотрим. Нет, вы можете попробовать. No. Как бы не хотелось бы... У них может быть Сьюзан, но, блядь, я не настолько хорош в тайных преследованиях, блядь, я вообще не особо хорош в вождении. Мне уже все равно. Давай посмотрим, что за взрыв, не взрыв. Пойдем. Давайте сделаем перерыв, я починю.